Псовской водозабор – крупнейший источник воды для Перми. Его реконструкция началась в 2010 году на средства администрации Перми, федерального бюджета и компании «Новогорприкамье». Как сообщает коммунальный оператор, обязательства со своей стороны им выполнены полностью, даже ранее намеченного срока. Только по этому объекту инвестиции компании «Новогорприкамье» составили около 400 миллионов рублей. Другой объект реконструкции этого года – крупнейшая насосная станция «Южная» в центре Перми. Но здесь основные работы еще впереди. Мы ведем первый этап, заканчиваем реконструкции ВНС «Южная». Это тоже одна из стратегических станций водоподготовки в городе Перми. Там мы ведем расширение возможностей резервуарного парка по чистой воде. Первый этап мы также завершаем в намеченные сроки. И уже в первом квартале 2012 года мы будем выходить на второй этап реконструкции. То есть там работы продолжатся и в 2012 году. Не прекращалась работа и на биологических очистных сооружениях в поселке Гледеново. Модернизация объекта ведется поэтапно уже несколько лет. Реконструкция должна закончиться в 2013 году. После того, как ключевые объекты инфраструктуры будут отремонтированы, Новогорприкамье вплотную займется своим сетевым хозяйством. Предполагается, что работы в этом направлении активизируются в году наступающем. Мы сейчас будем более активно вести работу непосредственно по сетям. Есть сооружения, которые являются сетевыми, это насосные станции, станции водоподготовки. Вот им компания начинает уделять более пристальное внимание. То есть мы движемся в такой логике. Сначала необходимо сделать и реконструировать крупные сооружения, которые влияют на водоснабжение, водоотведение, а затем идти по более мелким и по сетевым составляющим для того, чтобы конечное качество потребителя было в соответствии с самыми жесткими нормами. Антон Шибанов, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.